Девочка никогда не рождается с мужскими качествами. Девочка рождается напряженная. Вот точно так же, как есть ДЦП, аутизм, недоразвитость речи у детей, физическая недоразвитость, точно так, это все идет от напряжения психики. Точно так же девочка, особенно той, о которой вы говорите, она просто напряжена, у нее сильное напряжение внутри. И это напряжение и истощает, и в результате в ней проявляются мужские качества, хотя она соткана из женских качеств. Нужно просто убрать это напряжение. Это чисто вопрос лечения. То есть эту девочку надо теплые ванны вечером принимать или в тазик теплой водой ее сажать, если она маленькая. Вот. Нужно ее гулять с ней на природу ходить. Нужно в бассейн ее водить, если есть секция такая, где плавание, чтобы ее расслабляло там. Нужен контакт с водой. Вот. Нужен лес. Лес расслабляет. Вот. То есть ей не хватает вот этой энергии природы, то есть она очень напряжена просто внутри. И это напряжение ее делает такой жесткой, грубой, категоричной. И кажется, что у нее много мужских качеств, но у нее просто не хватает психического здоровья.